Что такое Египет? Ну, Египет — это пирамиды, Красное море, Луксорские дворцы. Подожди, это там, где снимали мумию? Ну, совершенно верно. Еще это, конечно, непревзойденного качества хлопок и обязательно анисовый чай. А это тот, который помогает от простуды. Он, кстати, очень приятен на вкус. О, Коля, от простуды — это как раз-таки то, что мне сейчас так нужно. Но еще Египет — это, конечно же, египтяне. Самое время пригласить на сцену настоящего египтянина и по совместительству судью нашего конкурса встречайте Осама Денджероус!